Террористическая группировка Джамаат Нусрат аль-Ислам, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за нападение на курортный комплекс в Мали. По последним данным, в результате теракта погибли 5 человек, 2 гражданина Мали и 3 иностранца. Напомню, в воскресенье вооруженные люди атаковали один из курортных комплексов, расположенных на востоке столицы Мали, Бамако, который пользуется популярностью у зарубежных туристов. Боевики взяли в заложники около 30 человек. Позже они были освобождены военными. В спецоперации вместе со спецназом Мали принимали участие их французские коллеги.